Всем привет! Вы на канале Ева и Анфиса, и это влог, как мы сходили в Макдональдс в Новый год. Вот, да. Я, значит, почти оделась, мне осталось только одеть джинсы, и все, и можно выходить. Итак-с, я одела джинсы, и все, можно выезжать. Могли понять, мы хотели приехать в самостоятельный Макдональдс, но мы приехали в торговый центр Посейдон, и Макдональдс уже пришли здесь, он здесь ничем не отличается, вот такие дела. Мы заказали сырные палочки, наггетсы, рыбный бургер и куриный бургер, такие вот дела, ждем заказа теперь. Ты где? Здесь это где? Макдональдс. Что будешь кушать? А? Ты еду ждешь? Да. Что будешь кушать? Бургеры, сырные палочки, картошку фри и все. А ты? Душа. Ты вот все пьем. Так, нам принесли это фишбургер. Сырный, да, это рыбный бургер, картошечка фри, это что у нас, это... Дабл чизбургер. Ну, люблю сейчас сразу. Вот тут дабл чизбургер, это у нас наггетсы, это сырные палочки, картошка фри. Ой, как это вкусно! Серьезно? Я начала с сырных палочек, очень вкусно. А ты? Ее много. Так вы хоть наелись, нет? Или повторим? Я уже, да. Наедаемся. Как вы понимаете, на нашем столе все закончилось, поэтому время приступать к десерту. Кабом. Это шоколадное. Мы поели в Макдональдсе и сейчас едем домой. Кстати, Новый год у нас.